Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервер Радмир, второй сервис, как и всегда. И это вторая часть ролика, где мы тратим деньги, куда я захочу, куда попало. Развлекаемся, можно сказать, в последний раз. И сегодня я подарю Бунди Хуракан. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. Да, пацаны, вы не ошиблись, Бунда — это самый маленький игрок, которого я знаю, да, мне кажется, 100% самый маленький игрок на втором сервере, а возможно даже на всем Радмире. Ему лишь всего 10 лет, и его все прекрасно знают на сервере. Просто спроси у одного, кто такой Бунда, и 100 ответит. А если ты еще не знаешь, кто такой Бунда, то вот тебе пару вкладок. Здорово, Бунда! Эва! Ты сумасшедший! Ты сумасшедший, говори! Эван, отпустите, пацаны. А чё ты так радуешься, я не понимаю. Ты будто это, будто тебе жизни подарили хату какую-нибудь или машину там, лампу. Пацаны, вы чё, гоните? Эван зашёл. Короче, именно сегодня я решил подарить ему Хуракан и посмотреть на его реакцию. Но для начала нужно его купить и сделать копию моего, а потом уже дарить. Поэтому долго задерживаться не буду. Желаю тебе приятного просмотра, лайк, комментарий, обязательно авансом. Самый прикольный момент. Все, погнали. Алекс Фит. О. О. Можно скриншот? Пиба и Боба, блин, встретились. Я ждал этого момента, блин. Ебать, 1-1. А, ты меня слышишь? Да. Все, короче, 225 тысяч на подарок Бунде. Спасибо. Спасибо. Нихуёвый такой подарок. Ну да, кстати, Бунда будет пиздец сейчас. Зачем очередной Хуракан? О, увидишь. А здесь смена есть, я не хочу тратиться. Блять. Как тупо звучит, да? Блять, тут смены нет, еще прикол. Короче, лайфхакерская тема. Взяли мы у Димона, как вы поняли, штору. Ту, блять, штору, смену. Еба. Один в один, просто один. Выходи. Просто заспавни, просто один в один. Пиздец, просто. Рамка. Рамка. Да похер на рамку. Просто сделал, блин, один в один. Я ебу. Я просто боюсь, чтобы он его не продал, его не заскамили. Вот это самое главное. Пацаны, это случилось. Смотри, что есть в сети. Привет, легенда. Что? Брат, ты как? Можешь Е39 подарить? А тебе зачем Е39? Я обмен хочу. О-о-о-о-о-о-о. Здорово, легенда. Салам. Ты знаешь, как я безумно сейчас рад тебя видеть? Да? Да. Чё у тебя на заднем фоне? Сейчас, подожди, громко сделаю. Бля, давай отъедем. Я тебе её хочу подарить. Подари мне Е39. Стоп, давай всё сначала. А чё у тебя на заднем фоне играет? Что? А он уже смотался, Эдкор. Он там на кабане поехал, ой, стоял, сигнал. Салам. А чё у тебя, младший Бунда там на заднем фоне? Короче, смотри. Давно я вступил в клан. Ну, меня оттуда выгнали. Причина один. Да ладно. Какая причина? Один. Короче, я тебе её, короче, хочу сейчас сунуть, чтобы ты мне... Сунуть мне хочешь? А где ты её взял? Да купил, у меня бабки были. 500 тысяч давно поднял, 100 слил. 500 тысяч поднял, нихера? Ну да, без матов только. Ох. А, окей. А чё ты хочешь, чтобы ты мне даешь это Е39, а я тебе чё, 10 тысяч? Нет, чтобы ты мне другую сунул, Е39. А так у меня нету в другой Е39. А чё, ты все продал, что ли? Да. Ну давай на хур, давай на хурик. Да. А чё, прикольно будет? Прикольно? Бля, ебать, он охуеет сейчас. Будешь один на груже? Мне 2500 надо. Сколько у него слив идёт, как думаешь? Очень вот мало. Вот я думаю, 50 миллиардов. Я думаю, это что-то продешевил. 100 миллиардов нормально будет. Не, я думаю, 50 миллиардов. Ну, думаю. Это там у тебя какой-то поезд на заднем фоне? Видосик свой. Ну, короче. Подожди, а как тебя зовут? Сколько тебе лет? А то мы так даже не знаю. Мне 10 лет. Ага. А зовут как? Ярослав. А, Ярослав, понял. Просто Бунда. Просто Бунда. У меня, короче, есть для тебя подарок. Ты анекдот знаешь какой-то? Какой? Ну, вообще анекдот какой-то знаешь? Нет, вообще не знаю. А стих? Песня? Стих? Да. Песню знаю. Какую? А вот этого знаешь в фиолетовом костюме, кто такой? Я про нас песню с
сочинил новую. Давай, давай. Дай потише сделать. Чё, битбоксы навалить? Давай, давай. Я приехал на Екхай. Вижу тут Эвна. Е. Боюсь, что сейчас будет. Йоу. Оказалось, стрела. Эта стрела громко кричит. Да. Но Рум. Тут Эван едет на ламбе. Ламбе. И такой, я раздаю бочкам на своей Е39. БМВ, е. Как тебе, Эван? Нормально, нормально. Чувствую, еще пару лет и будешь рок-звездой. Ты мат только что сказал? Не-а. Фу таким бить. А что за подарок? Ой, уже давно меня лайткор, походу, кто-то забанил за ПП-2.10. Меня про взломали. Так ты как продавал? Ничего не продавал. А какой любимый ролик? С угу. Ага, вот это последний, да? Ну, блин, мне он вообще понравился. Бомбический. То Е60, то Е39. На шторе думал, какая-то есть. Думал, мне отдашь на шторе. Да нет, ты что гонишь? Она столько стоит, как я тебе дам. У меня есть, в принципе, Жигули, могу тебе подарить, хочешь? Какая? Покажи, пожалуйста. Ну, я тебе подарю и посмотришь. Так что там просто она винил фэшная. Винил такой интересный. А? Да. Она фэшная? Да, да, да. Только я подарю тебе, знаешь, при каком одном условии? Что? Что ты эту машину никогда не будешь продавать. И всегда будешь. Не буду, вообще не буду. Вообще. Даже если тебе лям предложу, чтобы ты ее не продавал. Вон, сразу лайткор стоит, он тебя сразу забанит, если ты её продашь. Всё, всё. Не, брат. Я ещё быстро по бырику штрафа оплачу. Давай, давай. Да ё-моё! Короче, смотри, я тебе сейчас подарю тачку, ты её никогда никому не продаешь. Это на память чисто. Никому не продаю. И только попробуй продать её, чтобы гаражи открыть, я тебе знаю. Понял? Что? Говорю, ни в БУ, ни за руки, никому, понял? У меня дом, походу, слетел. Слетел, да? Трой, ну ты слово пацана даешь, да, что не будешь продавать? Да. Слово всё. Пацана. Все, слово вообще. Пацана. Окей. Two hours later. Ля, брат, походу пришлось расстаться с ламбой. Охуеет сейчас. Поздравляю, ты новый владелец. Что? Хуракана. Эван, ты лучший, спасибо, братец. Ох. Пожалуйста. Ой-ой-ой, Эван, ты лучший, брат. Пошли заспавнишь, пошли заспавнишь. Бля, пацаны, что? Мне многие писали, мне что он... Эван ламбу подарил. Поняли, лохи, бля, мне ламбу... Она моя? Твоя. Она на шторке? Ну-ка. Нет, она без шторки. Она точно копия моей ламбы, один в один. Легендарная Ламборгини теперь братец, у тебя есть. Спасибо, огромное тебе спасибо. Я тебя никогда не забуду. На, братец, ну на. Чё мне сейчас предложат, подожди. 2000. Это я должен. Ага, спасибо, 2000. Спасибо, спасибо. В принципе, выгодно, ламбу что? На 2000. Что? Ну заспавни, заспавни еще раз. Многие, кстати, писали мне, что... Давай. Это... Ляля просто. Но ты её никогда не продашь, все верно? Даже если тебе предложат 2, 3, 10 миллионов. Никому не продавай, никому не верю, понял? Много... Да, братец, спасибо. Очень много обманщиков на сервере. Спасибо. Тебе вот просто ставлю тебе миллион лайков. Окей, все, жду под роликом миллион лайков. Многие говорили, что... Я им говорил про эту идею. Многие говорят, что Бунта охереет. Он будет даже в некотором плане, может, заплакать. Эван, от такой Эван. Доброты. А что-то я не слышу. Это что, это моя машина теперь? Ну да, все, твоя легендарная Ламборгини. Теперь можешь ездить на гаражи, понтоваться, что у тебя Ламборгини Эвана. Отец, я сейчас так... Я сейчас так схватился. За что? Что у меня прям сердце в пятке ушло. Да? Это моя ламба. Это моя ламба. Это твоя ламба, да? Что? А слив сколько? Ты же говорил, продавать не будешь. Нафиг, нафиг. Да. Не всё, буду продавать. Забудь. Вот тачка легенда. Потому что я всё знаю. Я с админами общаюсь, если я увижу, что может ты её быть, прод... Смотри. Смотри, если ты ее продашь, либо кому-то, либо в БУ, либо еще куда-то, я все вижу, мне админы скажут и тебя забанят, понял? Я вот эти вот две тачки. Да, сразу, поехали в БУ, сразу их сольем, у тебя будет Ламборгини. Зачем тебе эти ты бедра? Красавчик,
Эван, ты красавчик. Красавчик, ну блять, я знаю, ну. Что? Я теперь булки хлеба расскажу, что мне Эван подарил. Эван! Ты лучший просто. Мне кажется, тогда, когда он меня первый раз встретил... Давай ты доедешь? А что, ты боишься? Блин, ну да. Да не обидься. Бля, когда он меня первый раз встретил, у него реакция-то поярче была, чем сейчас. Отвечаю. А почему шланг не работает? А, блядь, это не моя машина, сука, я уже забыл. Ты мне мечту исполнил, ты в курсе? Не. Ой-ой-ой. Ты живой? Эван, ты красавчик. У меня вот есть такая волшебная палочка, которую могу использовать в случае, если ты ее продашь. Это бита такая новая, раскладная. Что вам надо? Мне эту тачку Эван подарил. Лил, отвечаю. Лохида. Я чего, прошайка, что ли? Он мне и так мечту исполнил, вон, ламбу вручил. Лошара, а ты на лансере стоишь, да, на лансе, хотел сказать. Ой, у меня сейчас голова не заболела. Эван, ты правда красав. Мне он ламбу вручил, я ему 2000. Мне тупо подарили тачку. Он мне тачку подарил. Эван, я сейчас всем в ВК напишу, что ты мне подарил. Окей. Похвастаемся. Давай. У этого друга кулинан, а у меня ламборгини. Не нурил. Красавчик, Эван. Красавчик, уважаю. Респект. Респект. Передаю зрителям Эвана привет, и что подписку оформили, а то бью по факту. По факту. Че знаешь, что говорить, чтобы в ролик попасть? Ладно, не кипишись. 33-й айди. Ой-ой-ой, мне тачку подарили, ёп. Ты свою джегу продал, а я поднялся. Сам ты мальчик. 10 тысяч лет играл уже. Салам, Рубин, мне Эван подарил Хуракан. Дмитрий Ковалёв, салам, мне Эван подарил Хуракан. Не, Бунда легенда, по факту, блядь. Кто не верит, просто тот еще не настолько не гениален, как Бунда. Сейчас быстро сделаем. Слушайте, отвалите уже. Давай, Альксфит. Альксфит, салам алейкум, мне Эван на сервере. Он мне подарил Хуракан. Все, позавидовали. Не завидую. Салам алейкум. Мне Эван сейчас на сервере. Он мне сейчас только что подарил Ламборгини Хуракан. Дима Сахна. Он это на моем сервере Эволюшн играет. Бун, да. Ты меня слышишь? Что? У тебя сервер есть? Что? У тебя сервер есть, ты так сказал? Да, есть. Ничего себе. Его удалили. Бля. Со мне сейчас Эвана, короче, он сейчас на сервере. Он мне подарил Ламборгини Хуракан. Бля. Мне кажется, это новость самая громкая на Радмире МТА будет. Эван подарил мне Хуракан. Салам алейкум, Ванилькин. Мне Эван, он сейчас на сервере подарил... Чисто залупил, понял? Все, всем позавидовали. Сейчас еще... Богдану, брату своему, напишу в WhatsApp, йоу. Йоу, я самый крутой теперь. А ты маме говорил, что тебе Хуракан подарили? Богдан. А чё, почему? Ну, не говорил маме, что тебе Эван Хуракан подарил? Сейчас такой на заднем фоне, ма. Так мама это уже все слышала. Поехали на карьер. Я тебя сделал, разорву как тузик грелку. Вот эту вот, которая сейчас 26-й и сидит в этой тачке, мне на неё пофиг. Мусора никогда не дам. Сколько она вообще едет? 400. Офигеть! И направо. Направо давай. Хера у нее так биток валит. И прямо. Передаю. Куда? Всем. Привет. Извини, Эван. Ну чё, махаться будешь со мной? Чё на 8 не купишь? А зачем? Малой шарит. Всё, тормози немного. Там вода опять. Ты с этим профессионалом едешь. Профессий кем? Профессионалом. Ага, понял. Бля, надо паразиту написать. Паразиту написать? Давай. Я её развешу. А, понял.
Ну что, там на улице рассказывал, Хуракан подарили? Мне сейчас кто-то в окно выкрикнуть. Да, давай. Мне подарили Хуракан. А громко крикнешь? Мне подарили Хуракан. Да нет, это не громко, это как-то по-детски. Че, может, рэп зачитаешь про тачку новую? Да, давай, про Хуракан, про Эвана, что купил, подарил. Я сочинил песню. Давай, я включаю бит, погнал. Тут встретил я Эвана. Да. Да. Это был он. Я. Да. Приезжаю я на КХ. На ИКХ. ИКХ. Приезжаю я на ИКХ. Он мне вручает... Хуракан. Ламборгини Хуракан. Да. Йоу. Зелёный, йоу. Зелёный. Как яблоко. Я люблю Хуракан, да. Да. Это моя мечта, да. Йоу. Да. Правда, тут не админ, да. Он... Просто завидует блин. Мне, да? Завидуйте молча, если что-то нравится, вон, вон дверь. Давай, только попробуй, сразу вылет сервера, я админ. В колонну достаем, ламбы в колонну, давайте сейчас до хаты быстро. Доедем, докатаем, тупо сходка будет какая-то. Пошли вы нафиг. Бля, надо быстро до хаты. Блин. А, ты... Вы чё, базар что ли хочешь? Я не понял. Ты чё, базару с легендой хочешь? Возле меня Эван. Давай, катись отсюда, пирожок маленький. Пирожок с ничем. Пирожок не с ничем. Пока. Я даже его на ДР загадал, чтобы он у меня был. Ну видишь, я просто не знал, когда у тебя ДР, и немножечко это... Не успел. Это видос? Да. Выйди, пожалуйста, с машины на 2 минуты. Выйди, чел. Бойся, не убью. Ты с диглом вышел с Хуракана, не бойся, не убью. Загадай число от 1 до 10. Нихера, он добрым деньги хочет дать? А типа, 1000, чел, либо 10? Загадай число от 1 до 10. А он не хочет, видишь? Я ему денег хотел дать. Слушайте все внимательно. Алекс Боров, это тебе тоже сайца, видишь? Видишь эту машину, да? Это мне Эван подарил. Бунда? Салам алейкум, я Эван. О, летит Генда. Здорово. Здорово. Подожди, еще раз скажи. Знаешь, сколько, блядь, за твою ламбу нахуй придумали? Сколько? 2 миллиарда нахуй. Я сказал, пошел нахуй, блядь. Блять. Что-то, блядь, много нахуй. По факту. Ой, мама пришла, да? Ну что, пацаны, наверное, всем интересно, что же случилось. Так как ролик этот был еще записан 21 октября, монтирую я этот ролик 1 октября, но самое... То самое главное смс, которого я боялся, мне пришло, сейчас скажу, когда, 26 октября. Спустя 5 дней после подарка, да? И вы можете спросить, а что случилось сейчас? Привет, Эван. Короче, дело такое. Мне предлагают продать эту ламбу, ну, за 350 или 400. Или вообще 450. И знаете, что я думаю? Я подумал, если я ее же продам, у меня же много денег. Я ее, короче, продам, если продам. То деньги в банк положу. Так будет лучше мне. Ля, брат, походу пришлось расстаться с ламбой. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Короче, пацаны, на этом все. Вот такой видос вышел. Надеюсь, тебе он понравился. Ты немножечко поугарал и тебе подняло настроение. Обязательно нажми на лайкос. Это последний ролик на Редмире. Всем спасибо, кто со мной был. Обязательно пиши любой комментарий. Не забудь подписаться на канал. Везде выходит очень много интересного, полезного и веселого контента. Колокольчик, чтобы не пропускать такие веселые ролики. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока.